О, у этого же, смотри, какая приблуда. Чё, ты можешь? На тебе! 51, одна свинья скоро отъедет. Давайте самого жирного будем мочить. У Матильды как мочит, а, ну сейчас. Бомб, да, уделали. Уделали, он даже походить не успел. Я не знаю, что он делал с этой палкой, какое-то ружье, не ружье. Давай, по привычной схеме. И Чак у нас сейчас будет всех бомбить. Я надеюсь, он уделает хотя бы вот этих мелких с мешками. Нет, наполовину. О, чувак в красной маске, смотри, он нас не атакует, он выжидает. Ладно. Мешками, какие-то свиньи и ворюги мешками нас лупят. Да так больно лупят! Давай, мочи, Чак, давай, уделай этих мешками. Есть, 4 свиньи отъехало. Привет, ребята, с вами Мобик, и мы продолжаем играть в Angry Birds Epic. Я, ребята, прошел сейчас несколько уровней, мы забрали себе бомба, отвоевали его у пиратов, или я не знаю, что мы сделали, но главный тут пират что-то нам языки показывает. Сейчас мы, собственно, за ним будем гоняться. Видимо, нам нужен штурвал, чтобы снова бомб получил свой корабль назад и смог им управлять. Ну что, погнали. Нас босяра тут зазывает какую-то пещеру свою, по-моему. Или не босяра, это я не знаю. Ну, он... В Angry Birds 2 это у нас босс, по сути. Ух ты, сила команды 74 у нас и свинская мощь 39. Но мы все-таки круче, чем эти свинтусы. И, ребята, мы на бой можем взять только 3 птичек, и я выбираю бомба, потому что Ред у нас, он слабоват. То есть из всех вот этих 4 птиц, Ред самый слабый, несмотря на то, что у него тут много всего интересного, крутого, но он самый слабенький, меньше всего урона наносит. Поэтому вот в таком составе погнали бодаться с этим рыжим каким-то боссом-пиратом. О, у нас есть только зелье пополняющих хп-ху, но нам-то не особо надо, потому что у нас есть Матильда. А еще, ребят, я выяснил вот такую приколюху. Можно сделать вот так, и все наши птицы будут наносить на 25% больше урона в течение следующих 3 ходов. Ну ладно. Матильда, давай всех подлечим, и сейчас Чак у нас будет мочить. Давай, Чак! Бабах! Минус 61. Ой. Пират с костью с какой-то рыбей мочит нас. Этот чувачок у нас, он с палкой, из которой пузырится какой-то пузырь. Он у нас выжидает. Ну ладно, выжидаешь, так выжидай. Одна свинья у нас отъехала, круто. Давай, бомб. Будем вот этого чувачка уделывать. О, что-то слабенько как-то. 111. Ну да. 111. Что ты будешь делать? О, что-то поорал. О, он еще позвал! Ты обалдел, что ли? Ну ладно, я надеюсь, сейчас Чак у нас... Ну, одна отъехала, конечно, я думал, это тоже отъедет, но нет. Видно, не судьба. Чё, давайте босяру замочим, чтобы он больше никого не призывал. И бомб мочи, может, ты взрываться начнешь. Нет. Остался у нас последний, самый слабый свинтус. У него палка эта, которая, типа, протез. Давай, Матильда. Есть, минус 134. У нас есть перчик, но нам не нужен. Все у нас и так было круто, никто из птичек не пострадал, мы набрали 49 тысяч очков. Может, мы сейчас 3 камушка выиграем? Посмотрим. Эх, нет. Ну и ладно, перезапускать за кристаль, ребят, я не буду. Когда будет что-нибудь полезное, ценное, тогда можно и перезапустить, а сейчас это не имеет смысла. Погнали дальше. У вас новое достижение. Путешествие. Мы забрали штурвал, ребята, у этого чувака. Рыжебородого, точнее, рыжеусого. Давай, штурвал мне! Бомб забрал, ребят, штурвал. Сейчас мы поплывем, наверное, на кораблике куда-нибудь. Так, у нас здесь стрелочка появилась. Давайте ускорим. А, у! Новая! Птичий корабль! Подними паруса и исследуй 7 морей. Карамба! Пришло время новых приключений. Крутяк! Мы сейчас будем плавать, ребята. У, что-то у нас, смотрите, уровень какой-то посреди океана. Здесь у нас воронка, елки-палки. Что-то будет, наверное, сейчас страшное просто. Невероятно. О, свинская мощь растет, 46. Блин, ну ладно. Награда 3 капли воды. 3 литра воды, не знаю. Не знаю, ребята. 20% к здоровью не надо. Мы и так справляемся, в принципе. Надеюсь, сейчас не встретится противник, который сможет меня одолеть. О, это у нас, смотрите, 3 этапа имеет этот уровень. Окей, ну что, давай также увеличиваем мощь на 25%. Матильда, давай свою воскресалочку. И чё, Чак у нас еще не ходил. Бабах! 61. Ну, ты слабенький, конечно, чувачок.
потерял свою косточку рыбью. Погнали дальше. О, у этого же, смотри, какая приблуда. Чё, ты можешь? На тебе! 51, одна свинья скоро отъедет. Давайте самого жирного будем мочить. У Матильды как мочит, а, ну сейчас, бомб, да, уделали. Уделали, он даже походить не успел, я не знаю, что он делал с этой палкой, какое-то ружье, не ружье. Давай, вот этого сейчас уделаем. И чё, ну бомб давай. Бабах! Все, все круглые зеленые свинтусы отъехали. О, фрукт у нас, смотри, экзотический. Нифига ты здоровенный, это, ребят, тот же самый орк, по-моему. Ну, правда, он посимпатичнее, чем тот орк. Ну, ладно. Чё нам? Давай, опять делаем такую штуку. Делаем вот такую штуку. И чак, в бой давай. Баба! О, а чё, эти с палкой мощнее, чем вот этот с этим? О, чё у нас с перчиком? Наносит 129 единиц урона всем врагам. Если мы перчик наведем, Матильда у нас. Лекарство Матильды. Здоровье всех птиц восстанавливается на 35%. Все негативные эффекты снимаются. Не, не то. Чак. Незамедлительно выполни 5 атак своими птицами. Всеми? Я не помню. Давайте перчик на бомбу, наверное, кинем. Посмотрим, что сейчас будет. Ну. Вау. Не, бомб круто, конечно. Мочканул. Так, 111. Давай, кто чак остался? Бабах! 61. Ну, да. Хоть чак самый мощный, но что-то это, видимо, эта мощь распределяется на всех свиней. Почему-то... Почему? Бабах! Давай, Матильда. 111. Все, свинтус готов, ребят. Это было проще некуда. Я не знаю, где сложность-то? А может, дальше будет поинтереснее, посложнее? Оу, 110 тысяч очков собрали. Крутяк. Ха-ха-ха, плакай давай, плакай. О, 3 капли воды мы этих получили. Погнали дальше. Достигни 100 звезд для следующей награды. 3 каких-то зелья, я не знаю. Поздравляем, ты прошел много уровней и заработал 75 звезд. Твоя награда 3 зелья опыта. Что это за зелье опыта? Сейчас глянем. Большинство ресурсов и ингредиентов можно изготовить. Зелье опыта. А, видимо, мы можем улучшать классы вот этих штуковин всяких. Шлемов, шапок. Тысяча чертей. Чё, может, вот сюда пойдем? Это улучшение класса доступно только во время событий. Ну, не знаю. Давай вот эту штуку. А чё, чё, зачем меня сюда перекинуло-то, я не понял, ау. Зелье опыта. Понятия не имею, ребят, как это все реализуется. Зелье опыта, как его, чё его? А, вот, смотри. Чё мы можем здесь выковать? О, какая-то черепушка. Ты кто такая, ископаемая. Мы можем её сделать? Можем сделать 10 штук. Давайте одну сделаем, посмотрим. Что это? 2 штуки мы получили. Нафига оно надо? Давай еще одну. Вдруг 3 звезды выпадет. 2. Да, 3 штуки таких черепушки получили. Ну ладно, здесь, короче, не на мощность. А, еще вот какая-то штукой у нас. Известняк. И что? И что? Давай изготовим известняк. Давай, 3 звездочки. Эх, 2. Ну ладно, тоже неплохо. 3 штуки мы известняка этого получаем. Зачем нам известняк, ребят, я тоже не догоняю. У нас на зельях что-то здесь моргало. А, вот она. Смотреть, зелье опыта, смотреть! Ай, классы улучшения, богатство, зелье. Ну и что смотреть-то? Сосуды с лихими перьями. Мы, по-моему, вот эту штуку получили, зелье опыта, да? Удваивает опыт, полученный за бой, повышая уровень и становись сильнее. А как мне его применять, перед боем? Или что? Непонятно. Все, я посмотрел. Давай, восклицательный знак, свали сюда. Все, свалил? Круто. Поехали дальше, посмотрим, что нас там ждет. Что теперь?
Мы сюда можем? О! О, ресурсы, ресурсы! Смотри, черепушка, там еще какие-то штуки были. Все, мы эту ракушку выпотрошили. Ладно, погнали дальше. Тут у нас сундучок какой-то. Крутяк. Свинская мощь 40. Ну, это тоже слабенько. Это какой-то виноград, ребята, или что-то, какие-то синие ягоды. Ну, ладно, погнали. Опять мы на посудине. А, ну да, мы же на корабле тут плаваем, собираем какие-то фрукты. Смотрите, у нас чемодан с фруктами. Точнее, сундук. Давай, по привычной схеме. И Чак у нас сейчас будет всех бомбить. Я надеюсь, он уделает хотя бы вот этих мелких с мешками. Нет, наполовину. О, чувак в красной маске, смотри, он нас не атакует, он выжидает. Ладно. Мешками, смотри. Какие-то свиньи и ворюги мешками нас лупят. Да так больно лупят. Давай, мочи, Чак, давай, уделай этих мешками. Есть, 4 свиньи отъехало. Крутяк, давай, сейчас вот это... Ну давай, наверное, вот этого сейчас уделаем. А потом будем вот этого доделывать. 114. Ну, Матильда вообще круто мочит. О, чё, он какие-то стрелочки на Матильду навел. Давай, мочи. Ну все, бомб, я надеюсь, ты уделаешь что с Винтуса. Да, минус 10. Крутяк, ребят, мы победили, перешли, по-моему, на 8 уровень. Это новый уровень, насколько я понимаю. 56 тысяч очков. И виноград какой-то здесь появился, ребят, я не знаю зачем. Тоже какие-то зелья, наверное, новые сможем делать с помощью его. Новый уровень! Птичья сила 104 была, 106 стала. Окей, и 3 монетки мы получили. Ну и на этом, ребят, мы сегодня тормознемся. Вот такой видосик получился. Мы сегодня открыли еще одну птичку. У нас теперь 4 птички, из которых почему-то Ред самый слабый. Я не знаю, в чем прикол. Это самая первая птица, которая у нас была. По идее, он должен быть самый прокачанный к этому моменту, но нет, он у нас самый слабенький. Вот такие вот дела, ребята. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. А с вами был Нобик. До новых встреч. Пока-пока.